Анна Снаткина не только талантливая, но и красивая актриса российского современного кино. Ее нежные черты лица так и притягивают зрителя, роли в основном ей достаются добрых и милых девушек. То, что Аня станет актрисой, в семье никто не сомневался, ведь ее актерские данные стали проявляться в довольно раннем возрасте. На ее счету множество ролей. Как мы упоминали, она играет в основном положительных персонажей. Это в основном семейные мелодрамы. Ее супругом является телеведущий Виктор Васильев. Довольно быстро между ними завязался роман. Молодые люди поняли, что жить друг без друга они больше не смогут. Снаткина очень любит мягкие игрушки. Так ее супруг после каждой командировки привозит своей любимой такие подарки. У пары растет дочь Вероника. Она уже делает свои первые успехи в художественной гимнастике. Впрочем, она тоже серьезно ей занималась. Вероничка очень похожа на свою маму. Такая же милая и красивая. Они часто устраивают семейные фотосессии и с удовольствием делятся ими со своими поклонниками. Снаткину можно часто увидеть на экранах телевизора, потому что режиссеры любят с ней работать. Пожелаем этой молодой и красивой семье счастья и благополучия.